Почнемо із баскетболу. Цієї суботи МБК Миколаїв мав би грати черговий матч Суперліги з баскетбольним клубом «Кривбас». Кажу, мав би, бо команду суперників скосив коронавірус. У криворіжців тести на COVID-19, які команди зобов'язані здавати напередодні ігор, показали позитивний результат і матч довелося відкласти. Але, як то кажуть, лихо не без добра. Миколаїв нещодавно поповнився двома американськими легіонерами і тепер вони мають більше часу на адаптацію. Про те, як проходять тренування новачків, плани команди, а також причини невдалого старту, ми дізнавалися із перших уст. І пропонуємо вам подивитися, що з того вийшло. Базовая проблема у нас была в том, что комплектация больше украинского роста, на самом деле. Если вы будете смотреть, ближайшие наши соперники, в любом случае, лучше немножко укомплектованные по украинскому составу, чуть-чуть. Да, и кто-то ближе там чуть-чуть, кто-то лучше кардинально. Но всегда должен быть какой-то скелет хотя бы из троих игроков, украинцев, играющих, качественных, которые могут помочь. И дальше усиливаться нужны иностранцы. Как вы видите, проблема вторая была в том, что мы много меняли иностранных игроков. Это тоже процесс перестройки не есть хорошо никогда. Супер опыт, который я получаю сейчас и сегодня, да, очень... Жаль, что команда выступает в этом сезоне не так, как хотелось. Да, большая ответственность, да, тяжело, но я доволен, я рад. Нам нужно максимально оперативно адаптировать двух игроков, которые приехали. Что значит слово адаптировать? Это тактически, технически, чтобы они поняли, как команда играет, да, схематически и почувствовали друг друга за тот короткий промежуток времени, который у нас есть. И это будет реальная помощь, которая может улучшить результаты команды. Первый приехал Морис Крейг, он все украинские фанаты, игроки и лига знают, он был в Киевбаскете, он выступал за Прометей. Ментальный скорер, который с хорошим IQ понимает игру. И первую игру я его оцениваю на 5 с плюсом. Кристин Волей молодой парень, который должен принести много энергии нам. В защите, в нападении, своей борьбой, подборами. То есть той работой, которая у нас немножко проседает. Я считаю, что количество поддержки у нас больше, чем критики. Эти 10% людей, которые есть какие-то там хейтеры, кто-то не любит кого-то, эмоциональное настроение сегодня хорошее, завтра плохое, он пишет хорошее, потом плохое, это обычная ситуация, это везде так является, и на меня это абсолютно не давит, никак не влияет. Наша задача – фокусироваться на работе. Мы, если мы улучшим наши показатели в игре и в турнирной таблице, я думаю, количество наших хейтеров и негатива, и плохих комментариев еще уменьшится. Осталось там 3-4 месяца до окончания сезона, не все тренера зарубежные, опять же, да, хотят ехать на последние там 3-4, плюс новости какие-то там, да, вот они говорят, все витает. Поэтому сегодня есть какие-то сложности, скажем, в плане подбора именно иностранных, поэтому смотрим еще украинцев обязательно. Переговоры мы ведем, более того, уже на сегодняшний день на финальной стадии, то есть уже прислали контракт, и мы, в принципе, обсуждаем уже условия контракта, и это долгосрочный контракт на 3 года, поэтому... Я пока не открываю фамилии, но то есть, когда будет соглашение, мы обязательно объявим. Это зарубежные специалисты в том числе, но не прибалтийцы. То есть мы уже обсуждали с другими ребятами, и в том числе мы с украинским тренером обязательно говорили. Потому что так как украинский тренер знает ситуацию изнутри, так никто не знает, конечно, однозначно украинского чемпионата. Поэтому во всех направлениях. Задача максимум попасть в плей-офф, однозначно. Задача минимум – это подняться с того места, в котором мы сегодня находимся. Они у нас на гарантированных контрактах, и эти ребята приехали нам помочь однозначно. Поэтому сейчас я думаю, что они пройдут этот джетлаг, акклиматизацию и покажут себя со всех тех моментов качественно, скажем так, сильных, которые мы их там и приглашали. Будет главный тренер, он будет формировать под свою, скажем так, игру, под свою философию команду, и однозначно это все должен быть будет тренер делать. То есть у президента, у ассистента совсем другие задачи, и сегодня просто мы вынуждены заниматься, скажем так, да, подбором игроков. Но в основном это будет главный тренер, это будет его зона ответственности.
С Андреем Калиниченко какая ситуация? В начале сезона у него было не очень хорошо, скажем так, с его давнишней травмой. Мы ее там попытались восстановить, но, как показала практика на протяжении полугода, она его постоянно беспокоила. Плюс ко всему, у него есть семья, двое детей, которые находятся в другом городе. То есть тоже нужно было уделять внимание, там семейный вопрос. Поэтому нет такой какой-то там, я развернулся, больше не хочу. То есть у него есть действительно объективные обстоятельства с его там, травмами, которые были там на протяжении карьеры. Поэтому старые раны не зажили, к сожалению. Да. Мы хотим, чтобы вот этот бренд МБК Николаев, чтобы это стал брендом первое. И второе, кто бы ни приехал сюда, да, либо тренировать, либо играть, либо ребята, которые там за границей, чтобы они гордились этим клубом, что они здесь находятся. Сейчас проводим мониторинг залов, которых мы можем там, да, по районам города обязательно. То есть, где мы можем, скажем так, да, детей тренировать и воспитывать. Обсуждаем с тренерами, кто сегодня может это все сделать, где, в каких районах живут. То есть мы это все собираем, эту информацию. Я думаю, что там февраль-март мы уже дадим логотип, академия зарегистрирована и все такое. То есть мы это все обязательно, да, и объявим набор. Минулого сезону я грав в Італії, але український чемпіонат сильніший за італійський. З року в рік він росте, стає складнішим. Думаю, для мене і всіх іноземців, які в ньому грають, це хороше напрацювання на майбутнє. Наші фани – це найперше, що вражає в цьому місті. Вони додають нам енергії. Ми сподіваємося бачити їх на наших іграх, тим паче, що ми матимемо частину ігор вдома. Щодо плей-офф, то це зараз завдання максимум для нас. Але в нас попереду ще 20 матчів. Я думаю, ми знайдемо шлях, як потрапити до плей-офф. Так, я розумів, коли підписував контракт, що команда на останньому місці, але я також розумів, що вона має потенціал. Тут грає мій хороший друг Заїд Херст. Я чудово його знаю, ми багато граємо разом вдома в Америці. Я певен, що наш дует може бути дуже небезпечним для суперників. Моя перша гра і перемога тут показали мені потенціал команди. Все, що треба, це тренуватись день у день і показувати кращу гру щоразу, як виходиш на майданчик. Не було складно влитися у команду. Багато хто з гравців знає мене за попередніми моїми клубами, знає, на що я здатний. Я приїхав сюди допомагати команді, спробувати поборотися за плей-офф. У мене хороші партнери, я хочу бути частиною команди і принести максимум користі для команди та її фанів. Я у захваті від уболівальників, тут чудова атмосфера, і коли я виступав за інші клуби, в Миколаєві завжди було важко грати. Це великий успіх, що команда має таку підтримку фанів, і це ще один стимул для того, щоб ми грали краще.